Добрый день, друзья и гости канала «Мои садовые романсы». С вами Наталья. 21 мая. У нас стоит неимоверная жара, дождей нет. И тем не менее, сад прекрасен. Цветут декоративные кустарники, многолетники. Все очень ярко, сочно и красиво. Расскажу вам о некоторых моих красотках. Но прежде всего, конечно, это вигела. Очаровательный декоративный кустарник. В моем саду вигела растет уже лет 7. Название, к сожалению, не знаю. Хочу сказать, что если подберете правильный сорт, то у вас проблем с вигелой не будет. В принципе, она засухоустойчивая. Она не требует больших подкормок, она не требует каких-то особых обрезок, укрывания и так далее, и так далее. Вигела просто красавица. И если учесть, что у нее очень разнообразные цветочки по цвету, то есть бледно-розовые, нежно-розовые, темно-розовые, даже есть белые и даже есть желтые. Еще у нее очень разнообразная листва, то есть классически зеленая, салатная, темные пурпурные листья есть и пестрые листья есть. Ну, то есть, в общем, вигела вас может удивить своим разнообразием и цветением. Ой, мой любимый флокс. Мой любимый флокс. Насколько он ярок и красив, особенно в осеннюю пору. А над ним вот такая у меня вигела. Вся в цвету, вся. А выше это ива. Ива кудрявая. Посмотрите, она тоже цветет. У нее такие интересные цветочки оливкового цвета. Видите, это цветы. Вот такая у меня здесь компания трех красавиц. Ива. Мощная, большая. Вигела розовая и флокс шиловидный. Очень люблю вигелу как декоративный кустарник. Именно вот этот сорт, сорт розовый, к сожалению, название настоящее я не знаю, цветет каждый год, вот просто обалденно красиво. У меня в саду еще растут два сорта вигелы, но они пока малышки. Один сорт называется Пурпурея с темными розовыми цветками и листьями красно-коричневого оттенка. А второй сорт буквально я посадила осенью на Новорегетто с венчиками ярко-розового цвета и светлой окантовкой мелких листьев. А время покажет, насколько эти сорта приживутся в моем саду. А вам я советую, украшайте свои сады декоративными кустарниками. И пусть в ваших садах звучат садовые романсы. Пока-пока!